у вас есть знакомые российские кинематографисты какие-нибудь, с которыми вы знакомы лично? Я ни с кем особо не знаком, только с Лунгиным как-то общался, и еще как-то с Никитой Михалковым. Молодых почему-то никого не знаю, хотя мне очень хотелось познакомиться и с молодыми. Так что, пользуясь случаем, призываю молодых режиссеров тоже обращаться ко мне. То есть вам не поступает предложение от наших кинематографистов сниматься? Предложение есть, но, как правило, предлагают сыграть просто какого-нибудь француза. Видимо, не верят, что ли, что я смогу сыграть еще какие-то другие вещи. Ну, например, того же Александра Дюма. Конечно, никогда бы не смог сыграть русского, но это было вообще не похоже. Ненатурально. А вы верите в существование загадочной русской души? А я обожаю в русских именно то, что у вас такая же душа, как и ваша страна, огромная. Ну и, конечно, бросает вас из одной крайности в другую. Это и какая-то невероятная любовь, и эмоции. То есть у вас такая страна крайностей. Ну, вы понимаете, да? Какие-то американские горки. Французы, конечно, более ровные. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».